Создать финансовую империю с нуля, вывести дворовую футбольную команду в мировые лидеры или создать междугородние велодорожки. На семинаре ребята учатся ставить перед собой правильные цели и реализовывать даже самые неожиданные и масштабные проекты. Мне нужно научиться составлять проекты. Это самое главное. И добиваться конкретных результатов. У меня профессия вторая педагога, и я хочу дальше для реализации себя и своего будущего, то есть много знать. Трехдневный семинар для молодых лидеров проводят в Самаре впервые при поддержке городских властей. Тренеры сначала рассказывают, как выявить проблему, поставить цель и добиться ее воплощения в жизнь. Если вы правильно поставили цель, вы сможете сформулировать решение этой цели. То есть найти и средства, найти и способы привлечения этих средств. На каких условиях, это тоже вы сможете найти. Мы разберем все это с ними обязательно, до рубля. Вот эти знания, они помогут им в дальнейшем, потому что технологии, они применимы как в социальном секторе, так и в бизнесе. Абсолютно одинаковые технологии. Поэтому неважно, где они в дальнейшем будут работать, где, что они поставят целью своей жизни, но без этих знаний нигде им не обойтись. Итогом обучения станут практические занятия. На них слушатели представят свои проекты, и лучшие из них получат путевку в жизнь. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.